Всем привет, с вами Гейм. Здорово всем! Здорово, с вами летсплейщики России, Руси, Айслейт, Булкин, Щербинин. Все здесь, вся команда здесь, где-то онлайн, все будет хорошо. Илья, ты не хочешь понтануть своей новой тачкой? А, да, у меня новая тачка. Не убери пассивный режим, хотя... Ух ты, бля. О, кометка! Или ее нельзя заюзать как свою? Заюзать как свою нельзя, а вот кататься могу. Жалко. Ну вот, это моя новая тачка, я ее только что приходовал, загнал ее в гараж, теперь она моя. Так что я думаю, что мы начнем с тюнинга ее. Поехали. Видел, да, что поменялось? Щербинин, твою мать! Чайно, извините. Так, ну что? Илья, не убери. Крыша? Да. Щербинин, Илья снесло крышу. Короче, у нас план такие, сейчас фрирумчик. Хуемчик. Ты поцарапал мне тачку, которая знает, урод, сколько, тупой. Знаешь, сколько стоит. Даже пассивный режим сейчас выключил на фотографии. Гандон, а? Щербин, он тебя тачку украл, Сань. Я хорош. Сука, пидор. Он уже умер. Звезда одна. Лестер, отстань от меня, Лестер. Поехали. Поехали. Илья, как думаешь, это нормальная тачка или не ох? Это! Нет, ну как бы, я однажды даже хотел на самом деле взять как свою. Потому что она вроде ничего такая. Но вот если б я брал из трафика, то да, я взял ее, наверное. Так, магазин одежды, где там этот? Автомастерская. Поехали, километр. Вот эта тачка, на которой я еду сейчас, называется Щурджи, или как там? Щурригон. Короче, неважно. Сюрана она называется. И, короче, она едет намного быстрее, чем Элджи, я чувствую, скажем. Чем Элджи даже едет? Да. Ну блин, да. Это, а чем она отличается от кокетки? Я лично... Я выбирал между карбонизарой и ее, и карбонизар еще быстрее. То есть карбонизар я лично делает раз в два, наверное. Вот я карбонизар хотел себе взять. Карбонизар это как Феррари? Если взять, вот появится 250 тысяч, я возьму еще карбонизар. Это как Фер... Ну да. Угу. Че он делает? Фига, он рискованный трафик. Что он делает? Так, поехали. Сейчас будем... миллиметраж. Сейчас будем... Щербинин будет сейчас смотреть на рукоблудие мое. Что? Что ты рожаешь? Лос-Сантос не работает, кастом. Что? В смысле? Тебя выгнали, что ли? Нет. А. Че? Так, что у тебя там? Ребят, мы сейчас будем... Что, форчики? Какие форчики? Господи. Да, вот за это будут 1100 баксов платить. Мне нравится, как ты меняешь там машину. Бампера. Ух ты! Сами живот болит. Ты типа, там атмосфера у вас в магазине какая-то, что же? Подожди, Щербинин, ты внутри сидишь? Да, я с тобой сижу, у меня вижу, как машина твоя меняет взрывчатку. Подожди, у Щербинина, у тебя меню какое-то есть или ты просто... Нет, я не могу не выйти, ничего. А, нет, могу выйти. А! Сань пропал. У меня дверь открывается и там никого нет. Я бегу. А, Илья. Полное покрытие не дает это, страховка, хотя она, наверное, нифига не нужна. Полное покрытие — это установка, если ты, оно тебе взорвется. А, ну, ты ее сейчас позюнингуешь, оно тебе пропадет, до свидания. Ну как хочешь, как. Я вот не знаю, оставлять ее или другую что-нибудь взять. Думай. Ладно, оставлю его. Ребят, сейчас покрасим ее. Где там мой любимый белый? Бля, почему он закрыт-то? Почему белый цвет недоступен сначала? Я чувака убил, я. О, у него деньги валяются. О. 32 бакса, щедро. Мы так и значок банды-то и не купили, ой, не сделали с вами. Ты будешь каждый раз напоминать, да кто его видит-то, господи? Мы. Не, ну если вот. Там, не, я могу, у меня даже, кстати, был эскиз в голове, я хотел его нарисовать, но... У нас какая-то, блин, хотя на 25 тысяч стоит. Ты, а нормально, что ты не падаешь, Щербин? Господи, ну и тут и тюнинг, конечно. Щербин, тебе нормально? Ой, я чуть не продал. Я пороги, так вот, ладно. Садись. Пороги не буду, спойлер. Хотя хрен говно. Ну, на багажник там. Стандартное говно. Блин. Я пошли на случай. Не задави меня. О, колеса, точняк. О. Удобно? Конечно, цена дисков у меня просто... Ты сука! Я сел, тихо, я сел. Вот пидорас. Че он сделал? Ничего, он долбанул ногой, по-моему, из стекла. Илья, я упал из тебя. Лос-Кастр, идиот, я смог заехать в Лос-Кастр, написано, что он не работает и... Нас заблокируют. Как мы отсюда выйдем, идиот? Илья! Там открывается дверь вообще. Господи, что они делают? Сань, ты сломал Лос-Кастр кастом со Щербинина? Я? Да. Нет, я не знал. Я упираю покрышки.
Блин, тут трудный выбор. Не знаю, какие покрышки идут. Вы арестованы, сэр. Ребят, я не знаю, блин. Выйдите из машины, пожалуйста. Мне, по-моему, самый первый нравится больше всех. Ставьте покрасить. Как? Там кто-то сдох, по-моему. Как меня съебали с этой своей хуйней. С чем не стреляй? Я мимо стрелял. Сухой, стреляй. Чего сухой? Ничего, не сухой. Все, я. Сейчас кажется, что колхоз. Да раз, блять. Вот терпите, чё, блять. Щербинин, зацени. Доставьте мне кто-нибудь машину до меня, мою. О, Щербинин, давай, твоя честь. Как тебе? Копы. Бери машину, ты его и едь к нему. В смысле, поехали вместе, только я на своей. А, я ж полную страховку не купил, блять, подожди. Сейчас. Тихо, не главное, чтобы меня не спалили. Что значит не работает? Так Щербин, потому что убил этого мудака. Нет. Потом меня убил. Этого. Нет, Щербин. Илья, садись. Щербин, ну закрывайся, после Илья. Любого сделал около него, я тебе секрет скажу. Илья. Может, ты отдашь мне машину, Щербин? Форму спалил. Илья. Может, оценишь? Угу, симпатичненько. Да. Поехали со мной до страховки. Щербин, дай мне мою машину, пожалуйста. Да забей, Щербин. Катается все. Да. Бля. Вот я снял, я все это снял, это ДТП сейчас, регистратор был, самый настоящий. О, спасибо, не надо. Опы! Боком. Сань, сейчас, сейчас. Знаешь, кого мне напоминает твоя машина сейчас? Кого? Это, ну как его? А почему за мной Джон из Need for Speed The Run. Или Джек какой-то. А, да, кстати, а на какого цвета она была? Как раз такого и была, поэтому не напоминает. А. У него был Ford Shelby GT500, черный, белый с черной полоской. Блин, мне надо полное покрытие купить. Блин, вот это меня бесит в ней. Я уже во второй раз замечаю это. Щербин, спасибо за копов. Я не виноват. Хотели веселый фрирум. Да, особенно вот сейчас тачку разбивать. Куда ты заехал? Чё? Ну туда заехал. Не знаю, я от копов очень удираю. Зачем ты эту песню напомнил? Ну, потому что когда зашел в игру, она была. Там радио. Не надо! Глупый! Щербинин! Что, я тоже прячусь от них? Они спалили, валим. Понимаешь, что нельзя от копов прятаться в одном месте двоим? Так он дубой, я не знаю, зачем он за нами едет. Не, мы прятались раньше, нормально было. Давайте угадаем, от кого у нас появились копы. От тебя, Илья. Спасибо, Щербинин, большое. Что, будешь сейчас платить мне деньги потом, за машину. У меня нет денег. Ну, это не твои, не мои проблемы. Не твои, не мои. Не, спасите. Пока, Щербинин. Отстаньте, ребят. У меня сейчас тормоз горит? А, нет. А сейчас? Горит. Так, хорошо, а вот сейчас? Нет. А сейчас? Горит. Прикольно. Не синхрон. Может, не надо туда? Ты все равно в другой вот под кастом съехать, можешь пока въехать к другому. Думаешь, он не разработал? Он не заработает. Пока все игроки не покинут это место, он не остановится. Там скажешь, если поп будет, я в карте. Ну все, ты оторвался. Другое место далековато. Пока, Щербинин. Догон. Не надо. Ну давай, я не знаю. Я копы сейчас уже сброшу, заедьте за мной. О, все, сбросил. Ну едь вон в этот. К нам сюда. Где он? Ошибка сохранения. Ошибка сохранения? Да. А, у меня сейчас тачка, наверное, запорит случай. Вот такие классы. Че там Илья делал с ухом? О, успешно сохранение. Ну быстрее ты можешь, мы тебя ждем на перекрестке, Щербинин. Я еду, можно я машину пытался спустить. Хорошо, пасую. А я могу очки в машине снять? Очки. Могу. Я снял очки. Блять, конечно, машина бедная. Вот зачем, Щербинин, ты знаешь, как она стоит? Ок. Ебанись! Вот это нормально было. Как же я ненавижу эти вранглера теперь, после такого. Вранглеры. Кого? А? Кого? Вранглеры. Что это? Джип Вранглер, вот это вот. А, точнее. Ха. Есть такой. Ага. Ну, будем играть с тобой? В ФС? Да. Во что, я не понял. Теннис. А, точно. Надо. Или вармрестлинг. Кто хочет, чтобы мы поиграли в мини? Щербинин, Щербинин. Я наоборот спасал. За ремонт. Сколько платить? Я сейчас заплачу за ремонт ее? Сколько Щербин заплатит за мой ремонт? А есть ли мне смысл сейчас? Подожди, полное покрытие что дает?
Когда она у тебя взорвется, или ты ее потеряешь, или что-то с ней случится, или ты просто оставишь ее и не заберешь, ты сможешь ее восстановить. Она просто если, появится. Подожди, если с ней что-то. Еще раз. Если ее у тебя не будет, она появится у тебя в гараже. Да? Да. А если ты сейчас здесь оставишь и войдешь в миссию, ты больше можешь не найти. Интересно. Почему сейчас голос Лестера в мастерской? Выглядит она, конечно, отлично, на самом деле. Отлично, починил, сколько стоит? 520. Ну, это, кстати, недорого. Форточки, смотри, убожество, да? Ты видишь вот эту? Да. А я, кстати, ставил. Бампера, бампер, ничего такой, юбка. Ну, блин, не, не хочу. Двигатель, кстати, даст... О, точно. Двигатель улучшения первый куплю. Пожалуй, я себе ее оставлю надолго. Так. Подожди, Черми, подгони мою тачку, а, блядь, ага. Я подогнал, но у меня лусовский лоткан. Чтобы посмотреть ее тюнинг, мне нужно починить ее сейчас, 1005, наверное. Бля, поехали. Ну чё, я не знаю, давайте по прируме, только я, мне жалко. Сейчас, конечно. Погодите, я попробую. Черми, ты можешь оставить, выйти из машины, чтобы я не могу, загните другое время почему-то мне. Ты сбрось ее в воду, нахуй? Или просто выйди из нее и забудь о ней. А чё, мне куда, на форточку, по-моему? Пока. Ну погодите. Черми, ты мог выкинуть ее там, где машин катается, если чё, это вообще. Ну, это было предсказуемо. Ну да. Блин, она офигенно, кстати. А это слышишь, диском я не прогадал? Подожди. Нет. Нет! Я снял. Никому не надо ее загнать, вон она 9000 стоит. О, берите джип пока. О, точнее, спасибо. Карауль пока мою. Там еще не проехал. Да я сдал уже, только недавно. Чербин, мог бы взять, ну ладно. А там вроде Патриот 10, говорят, стоит, или что-то 10. Патриот 3500 стоит, я не знаю, сгонял. Я помню, код писал, что ли, что за 10. Ты не, я думал, Патриот самый дорогой, мне 3500 за него дали. А вот за эту 9. Ну, за эту я знаю, да. Больше всего давали мне 11, по-моему, за какую-то там. Не помню, что. Бойлер, пиздобойлер. О, Лестер задание дает какое-то новое. Ну, погнали. Но у Лестера несложное, я сразу предупреждаю. Ну, так вот, отлично. Ой, блядь, я его отремонтировал зачем-то. Продать. Правильно. Либо ремонтируй за 50 баксов, потом продавай, так дороже будет. А, да? Да ладно. Где моя тачка? Сэр. Выйдите из машины. Присоединяться? Да? Окей. Титан и одно дело. Быстрее! Да мы уже! Мои знакомые заплатят бешеные бабки за транспортный самолет «Титан». Если вам удастся угнать его из международного аэропорта, из-под носа у Мэри Везер, доберешься на вертолете в запретную зону, не улезай. Ребят, впереди ждет очень веселая миссия. Советую закупаться попкорном и заранее ставить лайки. Кстати, да. Да серьезно, сейчас говорю. Я чувствую, мы в следующей серии будем волны переживать. Да что за них переживать-то? Я думаю, с ними все будет в порядке. Думаешь, да? Ну да. 20. Сейчас такой знатный прыщик выдавил. А можно? А, они раздвоились, точняк. Я надеюсь, она починилась. Кстати, да. Да. Спасибо, да. Илья. Большое тебе. Чербин сегодня лажает. О, да, починилась. Сань. Да я знаю, я же говорю, раздвоились. Наверное. А я не замечал. Чербин, можешь брать мою одну. Я уже свою взял. Спасибо. Сука. Не, нет, подожди, стоп. Вот сейчас все будут писать, мы обижаем Щербина. А то, что мы хотели просто тупо отремонтировать тачки, и за Щербина нам пришлось гнаться в другой Лос-Сантос, Кастомс, и за него мы отзирали от комфорта. Я же веселее серию делаю, поехали быстрее уже. Метку дай поставить. Сань. Чё? Останавливайся очень далеко от этой точки, там надо посмотреть, что там происходит. Давайте по... А чё здесь разъехались, куда? Илья. Илья. Чё, я поцарапал машину. А куда поехал-то? По точке. А у меня другое место. Не рад. Ну подожди, давай вместе, хрен ли ты вперед поехал. Тогда сядьте кто-нибудь ко мне. Давай я сяду. Давайте друг за другом. Я просто хочу погонять. Тебе надо было Щербине тачку спихнуть. Где же Илья? Сейчас тебе сяду. Ой-ой, блин, Илья, прости, я не видел тебя, серьезно тебе говорю. А, ты, ну, да, ты понимаешь, этот ремонт стоит 40, сколько твоя машина, блядь. Ребята, вот даже видите, я просто еду, там мост такой, и ты чё? Видели? Видели? Или не Витя, ребята. Ну куда вы опять удрали вперед, а? Не холодно, я просто могу закрыть. Хорошо. Да, нормально, мне хорошо. На всякий случай, чтобы потеплее было. Я на все-таки буду. Зачем ты не стекло разбил? Я слышал даже этот звук сейчас. Это стекло село, самый прикол. Илья, меня впечатлили сейчас эти пламя. Да, они еще когда отпускаешь газ. Это из-за этого турбины что-то какое-то? Нет, ставил, ничего, это сток. Но у меня, походу, стоковая турбина есть. Я тогда, пожалуй, буду копить. Не знаю, что их видно в онлайне.
Я, пожалуй, это... буду копить тоже на какую-нибудь спорткарту. А чё, карбонизар, дать мне 250 тысяч, кстати? Не, я чё-нибудь купил. По максимуму. Просто очень хотел такую машину, не сдержался накопить ещё денег. Бедная, бедная задняя правая фара твоя, которой нет. Да, согласен. А мне нравится... Илья. То, что у меня две разбилось. Нет! Упала крышечка! Надо поймать. А оружие у всех есть нормально? Да. Ну, не особо. Нормально. У меня УЗИ. У меня хреново все на самом деле. Стоп, пойми, что он в аэропорт. Давайте тогда как-нибудь слышите, если у меня нет оружия, я серьезно. Садись в машину ко мне. Как? Ну, сейчас экшен будет, просто раз ты снимаешь, ты будешь его угонять, а я к тебе быстро подвезу. Ну да, потому что я без этого. Щербинь, бери. Я даже без оружия, тогда ты меня будешь прикрывать Щербинем, а я буду пиздить. Угу. Погнали. Бля, сейчас жопа будет, сейчас нам 5 звезд дадут. Я сейчас вблизи рассмотрю, офигенная тачка. А там все мы сможем поместиться? Я хуй знает, блядь, что за самолет вообще. Ну, я видел джет вот этот вот, который, ну, как джет выглядит. В него помещается 4 человека. Джет? Да, ну, а так как у нас всего трое. Это какой-нибудь AC-130 будем угонять? Нам откроют? Не знаю, сейчас звезды дадут. Нет, по-любому. Ну, вы поняли, да? То есть нам сейчас еще надо в объезд или перепрыгивать? Понимаете, что пешком. Блять. А давай попробуем там поехать. Там сейчас будет братки на машинах, я вам по-любому говорю. Это еще тут цветочки. Хуйня, цветочки. Не, ну вот здесь вот промышленность. Ну тут уже точно звезды дадут, если. Звездец выдаю здесь. А пешком где? А вот только там. Возвращаемся. Там была щель. Щель. Надо было мотик. Жалко, не у кого мотик. Погоди, а там? Где там? А, перепрыгнем. Все, короче. Я должен как-то развернуться, блин. Ну да, не подождать же, надо ждать меня и протаранить. Через главный вход, ага. Ладно, уху, на этой машине с условием едем, сейчас понесем. Так, ну вот тут вот, есть дырка. Вообще подальше надо. Так вот тут можно было тоже, по-моему, прыгать. Нет. Блять, мы пока туда добежим, сейчас вынесут. Да, да. Тихо, тихо. Давайте как-нибудь. Так, чего у меня? У меня очень... Я был пока с пистолетом, короче. Так, так, так. Сейчас справа такая, сразу облава. Сейчас сразу же танки уезжают. Да нет, ага. Вроде. Ну, фигня миссии, короче. А вон он стоит. Справа это с винтовой самолет, который стоит. Да, да, 4 винта. Который я никак не мог угнать в одиночке. Вот, посмотри, там есть около. Я сказал, хуйня, цветочки, а не миссии. Судя... Ну да, да. Угу. Фраза «угоните». Да что, там никого не будет. У миссии Лестера нет легких миссий. Мне кажется, если вот за нами будет хвост на Боинге, это будет интересно. А, кстати, в четвертом патче понизили оплату за такие задания, теперь меньше дают нам. Да почему? Мы 5000 заданий уже не срубим. И так было мало, главное. По-моему, сейчас выдохнем. Вон, стоит машина, я вижу, две. Справа слева. У меня ХП отнимается. Блин, вот машину здесь, вот машину можно было бы использовать, как этот. Угу. Можно было передавить их всех. У меня ХП понижается, блин, не могу бегать. Дыхалка хуёвая. У меня люди курить на меньше. Там еще грузовик какой-то стоит. Блядь, грузовик надо будет еще отгонять, чтобы самолет вытащить. Там грузовик перекрыл. Да, да, вижу. Вон они стоят. Где? Три. Два слева, два справа и три посередине. Да. Ну чё, как будем действовать сбоку? Надо, ну, по-другому никак. Открыть винти сразу. Грохнуть. И прицел не на воде, а то там он за город стоит. Да. Сейчас попробую за самолет. Погодите. О, все, пизда. Ух, ебать! Щебин, ты просто нацелился? Нет! Блять! Я же говорю, или начали уже, все. Так, спрятался, так, берем. Иди. Ой, бля. Поехали. Из пистолета не могу оттуда прицелиться. А им там не работает. Четырех у нас. Ай, откуда? Справа. Откуда? Там сверху, по-моему. А тут обойти нельзя, кстати? Кстати, а, вот, стоп. На крышу можно залезть. А, мне же угонять самолет. Нет, я не поеду. Тебе самолет угонять? Да. Ой-ой-ой! Может, я как нормальный пилот угоню? А, Щербин, спасибо, минус жизнь. Все, там, Саня, ну нельзя умирать абсолютно. Нет, почему? Я жив, сейчас иду к вам. Я понимаю, но это никому умирать нельзя, он же появится. Так, я за хаммер.
А, нет, 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 это плохая идея, плохая идея, плохая идея. Нет, мы сейчас сдохнем, короче. У меня оружия нет, я не успел купить, если. Подвинься. Все будет хорошо! Убили? Почти. Ты мешаешься мне просто. О боже. Да. Что? Я появился за аэропортом. Тут все рождено, не могу зайти. Все не так плохо. Да, Щербин, если ты... О, Кэт. Сдохнешь или нет? Кстати, сколько он стреляет, я не пойму. Там, по-моему, сверху, слева есть чувак. А, вон он за машиной стоит, Петик. И вон еще Петик. Ой, блядь. Ах ты, сука. Вылезай ты уже, а. Там вот за фурой стоит один. За фурой один, за патриотом один. И вот сейчас один там еще занят. За патриотом. Да, блядь, как мне попасть-то, сука? Сдохни, сдохни, сдохни. Все, отлично, сдох. Все, остался один за патриотом, два. Нет, там еще слева есть. Мы их не видим просто. По-моему, есть же. Или нет же. У меня хп до сих пор даже на топ-лайн не успевает остановиться. Я с капелькой хожу. Где там пилот? Мне пипец. Мне кажется, мы сейчас сдохнем. Нет. Все будет хорошо. Сдохнем. Так, все, я вынес. С той стороны. Там их несколько. Еще человека три, наверное. Да ёб ту мать, а! Все называются Мат и Щербин. Чё, блин? Где он стоит за Хаммером? Минус один. Буду слева, осторожно, надо как-то его вынести. Я не знаю, где он именно стоит. Или все? Вообще не. А, вот, блядь, наверху. Точно один? Не рискуй. Вынес? Да, ну, наверху вынес. Все, вроде нормально. Патроны. Осторожно. Ай-яй-яй-яй-яй, прячься! Где? Вон, сверху где-то. И подожди, за ангаром вон там, вот, точнее за этим за ящиком, за контейнером. Я стою здесь, меня никто не стреляет. Есть там один, на карте я его видел, вот там вот, короче, два ангара. Ты смотришь? Да. Ну, ну как-то туда, вон орёт. Спасибо. Он вышел. Может, я за руль? Сань. А, грузовик, черт! Щербинин. А! Илья, выходи, Щербинин. Стреляй, сейчас убьют меня! Я выходить начал, идиот! С чем? Убил. Что убил-то? Ну, его убил, что? И что, мне теперь смотреть на вас? Ну, а что тебе еще делать? Можешь выйти. Там грузовичок едет. Я вижу. Что, едет? Кто? Где? Блядь. Минус сейчас Илья будет. Нет. Да. Нет. Не будет. Черт, там еще один. Щербинин, блядь, ты долго будешь вокруг ангара бегать или нет? А хули мне как зайти-то? Понятно. Заебись. Появись так же, я посмотрю на тебя, как ты будешь ход искать. Пока, Илья. Неудачники. Сказал только, что сдох. Так мы все неудачники, так. Он все обратно-то, блядь, просто сорвался. Да, Щербинин, ну жить. У меня маленькое замечание. Какое? У меня осталось около 12 патронов. Пистолет будешь сейчас. У меня нет пистолета. А, нет, есть, я подобрал, мне повезло. 12 патронов? Ты можешь пока за меня посмотри. Да, вот осталось за Щербинин, очень весело. Да, очень интересно. Щербинин, дохни. Я же джойстик уронил, психозу. Щербинин пошел плавать. Щербинин, если ты думаешь, что ты поплывешь и умрешь? Ну, мне плавать, типа. Очень много времени. Да я что сделаю? Я фильтр включил, визу. А как бы, селект суицид нет там? У меня денег. Ждите, пока деньги приведу. Что? Убийство платное, 500 баксов. Он пошел деньги, чтобы снять деньги с банка. Свершить суицид за 500 долларов. Только у геймодвенчика такая хуйня. Все, сейчас сдохну. Как тут умереть?
Черезош утони, короче, ладно. А, я не могу убить себя. Пожалуйста. Бля, холодно. Как плавать, я уже забыл. Сука, как утонуть, алло. Собачкой плавай просто. Все, отлично, очень красиво, согласен? Да-да. Изучай подводный мир. Нам титан нужен. Титан нам уже не нужен. У меня хп кончается. Да ладно, правда? Полистать не нравится. Да, да, зачем? Такой услов. Бля, я сейчас затоснусь, ребят. Потрачен. Идиоты. Не пройдено. Ай, блядь. Нельзя пройти, нельзя просто взять и пройти миссию Лестера на сложном мул в режиме с первого раза. Ай, бля. Мне нравится. Это состояние. Нравится отношение убийства там было. Полный кайф 3. Полный кайф 3? Ясненько. Мне кажется, чем будем делать на следующей серии. Да. Ну точно, по следующей серии выживание и полный кайф. Знаете, из-за кого открылся полный кайф 3? Потому что кто-то докачал за 24-го. Интересно, прикинь их 10 кайфов. 10. Не, в принципе, может быть. Щербин, не дуй. Я не дую. Ты же мне разрешаешь. Купил себе, короче, ну, нахуй патроны, блядь, на все деньги, которые я могу только получить. Да, подождите, я тоже куплю сейчас. Я готов. Я нет. Айслейд является хостом. Ну да, на все деньги купили. Нормально. Ну, поехали. Я тоже дохуя, блядь, потратил денег на оружие. Я вот я за миссию получу меньше, вот в чем прикол. Никакого прикола нет. Фибрин. А, кстати, Rockstar услышали, ну, Rockstar посмотрели нашу последнюю серию GTA Online и исправили, послушали меня, и теперь при смерти игрока больше $500 не отнимется. Просто я благодаря этим бундакам потерял 40 тысяч в той серии. Где наши тачки-то? А. Ну, там припарковано. И теперь мы, я наконец-таки не потеряю больше $500 за смерть, можно быть спокойным. Это моя тачка, почему я пломал? А сколько раньше терял? Ну, я 40 тысяч потерял, по 2 тысячи за смерть, если не больше. Слушай, мне надо в амунацию заехать. Зачем? У меня есть патроны для автомата, а автомата нет. Как так? Сейчас открой мне дверь. Я друган. Поехали, я тоже туда заеду, автомат куплю. Здесь он дешевый. Дверь! Козлина, блин! Мятину оставил. Закрыл? А, извини. Нет, не ты. Я просто когда открывал, я не мизинцем задел дверь ноги. Ну у меня просто чувствительные двери. Знаешь, новая система на новых автомобилях, там нужно... Я понял, она на дверь. Нажимать кнопки, чтобы открыть, закрыть двери, багажник, все такое. Я Теслу вспомнил. Чё? Кресло вспомнил? Теслу вспомнил. А чё Тесла? Ну, у Теслы подходишь, он так ручка выдвигается. Сейчас Щербин сюда. Хуяк так бы надо. Пожалуйста, Щербин, не заходи с оружием в магазин, пока я покупаю. А чё? Сейчас зайду, посмотрю. Здорово. Вот, мужик. Я могу купить. О! Чё я наконец-таки его открыл. Чё? Да ничего, я калаш открыл пока. А. АПП. Сколько? Пока. Короче, я потратил очень-очень много денег на оружие, которое я сегодня закопил на весь день. Ой! Спасибо, Сань. Вы сейчас видели, что это было случайно? Ты хорош, ты что, дебил что ли? Ты чуть не упал. Короче, Щербин... Всё, я потратил, короче, около 15 тысяч. Щербин мне хп не оставил, спасибо ему. Да-да-да, а ты мне, знаешь, сколько оставил? Ох. Мало? Мы сейчас сдохнем, или? Есть калаш и 800 патронов. Сань, вряд ли мы сдохнем, поверь. Ну я-то сдохну. А, мне надо броню одеть. А её можно одевать? Трансформируемся. Не жалеть, тяжелая броня. Всё, поехали. Его не просто можно, Сань, одеть, его можно вот так вот ещё посмотреть. Сядет. А? Он что-нибудь ко мне сядет? Нифига ты, машина, я быстрый. Щербинин. Да, Щербинин, сядь ко мне, а то ты у нас бродил. Или ко мне сядь лучше. Иду. Выбирай, кто твой друг. Для тебя даже моя дверь открыта. Ну кто поближе ко мне будет просто. Окей. Несколько он появился, из ниоткуда. Щербинин, держись крепко, я хороший водитель. Вот тебе. Опять он мне факт показывает. Ну надо же, а. А, я ехал, играл в миссию с чуваком, он мне факт показывал всю дорогу. Я вам, походу, не понравился. А потом он тупо выпрыгнул из машины, я, походу, не понравился. Ну, тебе тоже не нравишься, я так бы делал. По-моему, я чуть побыстрее. Чуть-чуть совсем. Блядь, джойстик улетел.
улетел. Как у него крылышки вылез. Бедный джойстик. Короче, понятно, Илюхин тут бы быстрее будет. Психан. Блин, логично. Я говорю, ну надо потом трекрейсинг устроить, сравнить его с Эриджи. Я даже скажу как, я из гаража ее вытащу, и я видел только на горизонте какое-то столкновение. А там, блядь, подрезали меня, я хочу. Блядь. Хотя нет, смотри-ка, скорость у меня, походу, такая, что у тебя. Видишь, так я никого не подрезал, то, да? Нет, максималка я имею в виду. Смотри, смотри, я тебя даже догоняю. Нормально, хотя я за свою машину заплатил 130 тысяч. У меня двигатель, это первый уровень. А. Хотя я его за него отдал 2000. Ну, я знаю, там он дешево стоит. Ну да, у нас на равных, смотри, мы одинаково едем. Нормально. Красавчик. А я... Идиот! Я видел. Все ясно. Стоп! Чё, трамплин. Угу. Может, ко мне сядешь? Да, щербину выкинем. Друг за другом. Да, кто кстати. Тут? Только я должен быть спереди, чтобы экшен на сне. Давай тогда подожди. Чё ты оттуда? Всё, вот этот восстановил. Издеваешься, что ли? Стой, только давай как-нибудь эту скорость одновременно держать. Красавчик. Поехали. Только подожди, ну блин. У меня же ускорение-то точно медленно. Еще чуть-чуть. Надо, чтобы прям жопу в жопу. Блядь. Ну это медленно, блядь. Давай! Идиот! Ты въехал в заднем спиду. Кажется, я мог проходить. Кажется, у меня хп немножко. И что нам теперь эта машина, правда, даст? Ну ладно. Что даст? Укрытие. Ну хотя да. И как ее ставить будем? На. Щебень тут? А, не факт, пока отсюда беру. Я только сейчас понял. Там столбик какие-то сбил, или что это? Алах, бабах! Я твои положил. Щербинь, давай пока. Я сейчас не сдох. Ставим так. Щербинь, за мое укрытие, быстрей. Саня, не убей меня, спасибо, что встал вот так вот прямо. Быстрее за машину. Ребят, я хуёво сделал, правда, я ошибся, но... Саня, если меня сейчас убьют... Тихо, сиди просто, не двигайся. У меня тоже хп мало. Тихо. Что? Что взорвалось? Я решил еще гранатки купить, ребят. Тихо. Щербинь, не высовывайся лучше. Если тебе хп нет. Меня уже снил. Фига он там заспаунился, чувак. Ребят, кто видел? Это что, они не дохнут? У меня хп не осталось. Я посижу, пожалуй. Ой-ой-ой. Если ты сейчас сдохнешь, лучше сиди. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Илья, ты как там? Уявенько, но... Ай, меня простреливают. Угу. По ногам. Илья, Щербинин, сколько хп? Половина. Тогда у меня тучок заколебал, я хочу его убить уже. Наконец. Я их простреливаю через окно, суки. В том-то и дело. Я держись. У меня капелька хп, ёпты. Нет! Убился? У меня 0 хп ровно. Стоп, а если взорвать грузовик? Тихо, восстанавливайся. Как ты его потом уберешь, когда самолетом будешь улететь? Восстанавливайся. Быстрее. Стреляю. Сука, нет, не пострелял. Минус. Фоллбэк. Сдохни, сука. И ты тоже сдохни, сука. Кто взорвал? Я. Нихуя. Не помешает. Как ты на самолете будешь летать? Не помешает. Надеюсь. Где? Хоть один, опять. Я не вижу никого. Я тоже. На карте подсвечиваю. Убегаю машину. Я такой на тебя посмотрел, у тебя такая фара загорается и покрышки лопаются. Красавчик. Слышь ты, Джеймс Мэй. Мэй, хуей. Побежали. Там один, я вижу его на карте. Где он только? Он по контейнеру. А, слева! Блять, наверху же! Уебать! Убил. И снизу, вон, заед... Да отойди, блин! Ой. А я немножко в него пострелял случайно. Спасибо тебе большое. Все, тихо, поехали. Я за рулем. Сука, Щербинь, правда, извини. А я в Илью пострелял, я извини. Я случайно, у меня им чуть на тебя навелся. Я пойму, откуда меня стреляют еще. Паника такая. Я вижу такой, я начинаю стрелять, и он нечаянно Щербинь набьет. Ой, бля, надеюсь, не помешает.
сейчас крыло только остановится. Слева тоже идиот, кран, ты сейчас зацепишь его. Не сплю. О, господи, правей. Что там? Мешает, да, Санек? Сейчас еще машины приедут. Короче, срать. А срать, в принципе. Не помешает. Дебилы. Ничего. Что то, что это, что я. Все дебилы. Все три дебила просто. Вот серия дебилов называется. Командная работа. Просто мне нравится, кстати. Ой, я тёплый гарем. Наш замечательный, ребят, вы не думайте. Вы не спрашиваете, почему серия такая длинная, мы проходим всего одну миссию. А сейчас мы, по-моему, другая запустим миссия, нет? Да, да, конечно. Конечно, другая еще винь. Теплый гарем. Я потом хочу теплый кайф. Этот полный кайф пройти. Я вам тонко скажу, что я потратил еще денег на патроны, и я тонко скажу, что это еще только начало миссии. На чем Булкин ушел? Как ушел? Что ушел, тебе инвайт кинуть? Входит, пишет. Тебе кинул приглашение, Саня. А, подожди, мне что-то блок коннектит, походу я сейчас свой лобби. Потому что ты, блядь, тупой. Че? Выбрал добрый лобби. Нет, я тут, только я... Вы написано входите. Мне отдельно отконнектил. Выйди, выйди, я тебе сейчас пришлю инвайт. Выйти из дела? Я в Щербинин. Щербинин, да. Вы на меня помните, а ты нет. Хорошо, хорошо, сейчас я вышел из дела. Пиздец, блядь. Ну мы две серии сейчас запишем с вами. Сай, мы пьем ниндзю уже не успеваем. Угу, по-любому, с телефона 20 минут. Слушай, учитывая, что серия это получается уже на час. Уже? Мне кажется. Инвайт что... можно? Че можно? Инвайт. Еще раз? Он кинул. Еще раз как-нибудь. Телефон посмотри. Нету. Убери, говорю! Убери, говорю, пожалуйста! Илья! Все. Я не выбирал радио, честно. Да. Оно просто обычно. Быстрее, можно? Здорово. Да говорю, убери, идиот! Ты знаешь, почему надо убрать? Ты знаешь, почему нужно убирать, алло! Потому что у тебя будет жесткий синхрон и жопа. Нет. А, ты еще не понимаешь, почему мы радио не включаем. Тебя чувствую, да, браток. Да ладно. Чё, да ладно. Как вам это? Я патрон не покупал. Экспектрум патронус. Вчера был. Илья, не подходи ко мне близко. Что с этим нафиг? Какая? А то я тебе сейчас случайно стукну. Это будет очень случайно. Дочь появляется за забором, да? Да. Вот из-за этого. Да блять, сука, ты иди. Подпись ты. Чё через мою машину прыгаешь? Я хотел походить по работе. Надо крышу снять, блядь, мешается. GPS? Прямо? Окей. Направо. Вот тебе, Илья. Чё, сейчас тебе не бесит? Вот тут показывает. У тебя рука-то сейчас об стол долбанёшься. Кстати, да, подожди, сейчас я его. Бля! Сломал, идиот! Представляете? Какая натуральная боль после сломанной руки и оторванной от отсюда. Мы реально едем одинаково. Сань, ты этого не снимаешь. Снимаю. Шашечек двойных. Подрезал! Я живой. Пока чекай. Все живые. Я жив. Минус колесо. Спасибо, что протаранил. У меня колесо заднее левое. Пиздос. Ну все, она теперь не едет. Я не буду показывать, что я видел. У меня на весь экран факт появляется. Так, лига бича. Все, блин, удобно. На рука не отсохнет. Блять. Ой! Я срубил стол от машины, но это не важно. А я засмотрелся на твою красивую ебану. Ну, надо скинуть, кстати, сейчас из окна. Почему пока? Из окна гостиничного номера своего я Щербинина выкинул завтра. А, мы не там едем. Блин! Идиот, не снимай! А где он? Все. Я прыгать поехал. Я тоже. Давай за мной прям. Давай.
какой машина растерянный план. Нет уж. Не обгоняй! Ну ладно, обгоняй. А как вы... Идиот? Ты... НАХУЙ! Фак! Бля, бля, мужика! Червей на руку приземлились. Ну что я могу? А, найди, кстати. Какая? А что вопрос не там наша машина делает сзади? Ой, блять, уйдите от меня, уйдите, срулите от моей транспорта. Что? Просто ничего не правда таким. Получится скинуть гранату. Давайте я буду справа, туда вы слева. Давай. Если меня опять убьют и появлюсь за забором, будет очень плохо. Чебин, вылезай, быстрей! Влезаю. Спасибо, Сань. Кому нравится, как начинается, пальцы. Обязательно по моей, да, частью? Спасибо, Сань. Ой, я не с забором. Сань, иди сюда. Идиот. Ай, тихо. Сюда подошел, Сань. IT-менеджер, тихо. Чё, ты IT-менеджер? Да. Тинейджер. IT-менеджер или тинейджер? Вижу врага, стреляю. Тинейджер, IT-менеджер. Тихо. Прикройте, я сдохну сейчас. По IT-менеджеров вообще, как бы, не берут. Тинейджер. Он маленький. Вот. Нужно выше получить хотя бы. Ну вы сами сраки, я вас прожу пока. Че тут, сраки боец? Че, сраки боец? Сраки боец! Тихо, блин. Сейчас убьют меня. Все, там положили всех. Да, да. Бля, меня не достреливает, сучка. Не, ну все хорошо. Слушай, калаш чем? А, ну ты тогда. 8 тысяч ты. Я там за патриотом чувака грохнул, если что. Стоп, кто мне по меня палит? Щербинин, блядь. Нет, это не я, я спрятался. Ой, могу же залезть? Ой, я в мусорке. Я упал. Чувак заспаунился. Да-да, я тоже мне понравилось очень. Я его грохнул сразу. Вот так они и появляются за контейнерами, кстати. Так, слева, сверху. Я его вынес давно уже. Точно? Я с другой стороны был, я его сразу видел. Я за руль. Тут за контейнерами один только, и все. Где? Два! Убил? Да. Отгоняйте грузовик. Отгоню. И сразу, и Щербин, прыгай ко мне. Прыгай. Неужели я сяду наконец-то? Я успею сесть. Фух. Просто его назад сдай, я не знаю. Фига ты. Кто видел, как Илья буксанулся? Илья, да, что было? Че? Ты тронулся и буксанул на трупе, и кровь полетела прямо на нас. Ты был как? Быстрее, можно? Бегу, бегу. Быстрее, вылезай, давай, беги, беги. На ходу запрыгнешь, короче. Нет, да, на ходу, запрыгнешь между ног. Останавливай. Под винты только не надо. А, стоп, идиот! Идиот, они тут! Гони, 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 гони. Точно? Нет, точно. Щербин, осторожно, пожалуйста. Убил одного. Красавчик. Взлетай! Взлетай и наверни круг вокруг аэропорта. Зачем? Надо. Зачем? Сейчас будет экшн. Мне кажется, ли мы сейчас упадем? Не знаю, но я убрал эти. Нет, нет! Щербин, только Илья, только попробуй. Я не буду тебя убивать, ёбнуть. Нет, я имею в виду, только попробуй. Тихо, тихо, нет, нет! Если он сдохнет, я убью Щербин. Я постараюсь. Все, 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 все. Если я сдохнет, я выберу на себя. А, он... Взлетай, ты тупой! Ну где вот? Сейчас будет конвойчик, чё? Не, ну а чё мне, смотри, снизу как вы летите или что? Построишься под нас? Стараюсь, мне кажется, я буду лететь медленнее, чем вы, потому что мне опять Cessna. Сань, ты сможешь посадить его? Я, да, это без проблем, без хуёв. Я надеюсь. Ну я сзади, в принципе. Я поставлю пока метку. Я вижу, вон лес светится. Блин, какой титан, блядь. Подожди, а чё метку нельзя поставить? Блядь, лети просто в жёлтую точку, какую метку ты на самолёте летаешь? Лица смотрю. Или ты по дороге, Сань, собрался летать? От первого лица заебись. Я пока сфотографируюсь. А, нельзя? Я отстаю, я приторможу. Только не рухни, пожалуйста, если двигатель выключи. Без проблем, чё. Сань. Ой, 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 заводись. Чё справа? Да не-не, факт нельзя показать, жалко. Чё, бля, пилот. Всё, записка. Чё, предсмертная записка? Да. Давай только ты сейчас аккуратно, пожалуйста. Я, слушай, аккуратно. Чё-то лёгкая миссия получается. Очень. Очень. Сейчас я тебе сейчас скажу, сейчас смс кинет Лестер, что там братки на полосе. А, и чё делать тогда будем? Ты будешь сажать? Мне придется высаживаться, выносить их, а ты будешь кружить над аэропортом в этот момент. Червин спрыгнет с парашютом, будет тоже мне помогать. А если у меня нет парашюта, и он облажает? У меня есть парашют. У всех есть парашют, когда садишь в самолет. Пиздата. Садик, меня видно там, да? Нормально, огонек видно тут. Какой огонек? Охуенно. А, я фары есть? Я нахуй. О, издевать я фары могу включать, включать. Смотрите, три огонька.
Нет, ты показ, ну-ка еще раз. Ты огонька сейчас? Нет. Вот. Ну еще раз нажми. Вот, нажми. А, ты видимо далеко, потому что ты, ну-ка. Да. Нет. Короче, три фары, две в крыла, две в крыле и... Ты можешь так высоко не лететь и сажать его скоро? Скоро? Ты сейчас просто будешь сбрасывать высоту, у тебя будет огромная скорость за это. Все выше, выше, выше. На челя собрался просто садиться? Так а мы за челядом, нет? Уже скоро или Сань садится? Скоро это как? Скоро это вот по. Ты сейчас на эту, по-моему, прилетишь. Ну это, блин, полоса трэвор. Тюрьма, это сейчас тюрьма будет куда а, нет. А, так надо вот так задать круглый. Вот на эту что ли садится? Да. Смотреть, куда вы летите? Вот, на это, справа полоса сейчас. Точно? Да, 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 да. Точно, точно. Сейчас я пролечу под ним, посмотрю, есть там какой-нибудь. Я сажаю уже. Ты не сажай. Сань, ты не сможешь посадить. Смогу. Очень большая скорость. Штанок у тебя большой. Ой, мы заглохли. Не, никого нет. Бля, пропущу. Да, Сербин был прав. Или нет. Или... Уберешься, не надо. А я сел. Идиот? 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 Ууу. Перезас давай. Вот это было охуенно сейчас. А че что как бы? Ну, да, нет. А как туда поместишься? Где все? Все? Наверное. Все, красавчик. Поздравляю. Молодец! Сколько дадут? Это была миссия проще, чем тут. Я думал тоже тут будет сейчас обла... Да, да, я. Пофиксили, да. Нормально. Да шипись, пофиксили. Ну, ну все, на этом серия закончена. Всем! Ебаться в жопу и пока. Да, не забудь лайк поставить. Поставь. Нахуй.